Всем привет, с вами снова я, Влад. Сегодня я вам покажу все пасхалки из Гренни. Первой части и второй части. Ну, вообще, и Слендерина тоже. В Гренни 3. Там очень много пасхалок. Так что я желаю вам всем приятного просмотра. Ну и погнали! Это были все пасхалки в Гренни 3. Всем спасибо за внимание, всем удачи и всем пока.